Привет, княженцы. Мотор прошел, и пора, короче, нам немножечко присугубить, усугубить, так скажем. У меня сегодня великолепный просто вечерок, я считаю. Продолжение банкета, так говорится. Ну, как говорится. Вернее, говорится, что сейчас выходные, а на выходных надо расслабиться. И, значит, на расслабоне я решил вот что сделать. Я решил, короче, взять темного баклашечку. Потом у меня вот такая рыбка. Вкусная очень, плотва. С перцем еще я взял путасу. Путасу, она еще вкуснее, чем такая вот, потому что путасу, она с перцем. Тут единственное, что, братишки, вы когда будете кушать вот эту рыбу, будьте предельно аккуратны, потому что, братишки, сестрички, естественно, будьте аккуратны, потому что, когда мы едим рыбку, там есть мелкие косточки, порой они выскакивают и могут застрять у нас между десен, между зубов точнее. Ой, это очень плохо, это очень больно, у меня такое было, поэтому я предельно осторожен, ем. И пью. Не, я не алкаш. Ну что, ну каждый любит выпить немножечко, да, и чуть-чуть в меру. А тут к тому же у меня еще повод есть, как сказать, хайповая тема. То есть на этом можно хайпануть немножечко. Ну не то, что хайпануть. Просто, короче, я как-то снял один видос про этот, про пиратскую жизнь канал. Как бы свое немножко мнение высказал по этому поводу. И значит, что получилось позже. Потом мне там в комментариях один человечек посоветовал. Говорит, зайди, посмотри канал. «Злая школьница» называется. Она все рассказывает про канал «Пиратская жизнь». «Злая школьница, тебе респектули». Значит, что девочка говорит? Девочка молодая, красивая, очень хорошенькая девочка. Все, кстати, подписывайтесь на нее, очень хорошая девочка, реально хорошая. Значит, рассказывает, что не нули, Вован, чуть ли не какие-то, знаете, как бы обманщики. Какие-то подписчиков они там накручивали, и комментарии накручивают. Даже не комментарии, а эти лайки. И лайки накручивают, потом что-то YouTube там обнулил им все. И, короче, они ушли на дно. Они, конечно, уже особо оттуда не выходили. Нет, на самом деле, может быть, в таком прострации находится немножечко. Так, я посмотрел, конечно, в целом. Ролики есть у них интересные. Ну как интересные? Знаете, когда у них там много хапки на столе, всякие там такие, как бы, как сказать, вот, ну, такие, как сказать, ну вот когда хорошая еда, это, изыски, короче, изыски у них есть порой на столе, бывают, мясо там бывает у них, там, рыбка, ну, это, конечно, не то, что изыски, это мы все едим, но, как бы, они так просто накладывают, там поставят тарелку, прям, знаете, как, ну, как такие вот люди делают, то вот посмотрю, как муку снимают, там, да, они в кадр вот так все ставят, вот так, там, рыбу вот сюда положат, там, да, а сами издалека сидят, привет, здравствуйте, здравствуйте, сейчас вот мы едим, ах, ах, так, ну, зачем так, просто вот так поставим, хаотично едим. Я, конечно, посмотрел эту злую школьницу и думаю, блин, ради чего люди не идут, ради хайпа, пытаются как бы набрать себе аудиторию, там, подписчиков, там, и все прочее. Но люди ведь не дураки, люди все чувствуют, поэтому кого вы тут намахать пытаетесь, а? Нинок, Вовчик, Вовусик, я его Вовусик зову. Зову, короче, Нина, ну, баба, такая бабаиха, и Вовусик. А, рыба хорошая. Я, короче, братишки, как-то, не то, что как-то, я, короче, каждое лето стараюсь поехать на Волгу. На Волгу, на Ахту. Мы, короче, ездим с пацанами в район Харабалей. Очень место потрясное. Кому интересно, могу рассказать, где поподробнее мы ловим. Мы ловим там и сазана, и сама, и судака. Вот, были 2 года назад, я поймал чисто 4 сазанов. Крупные, все десятки были. Ну и так там остальные там, вот такая вот хрень, плотвы, не плотвы, леща, леща и подлещика, во, как ловим, прям 2 крючка по червячку, пивка я тоже выпьем, перед пивка выпиваем, прям швыряем этот спиннинг там, да, удочка, ну закидушка называется, прям швыряем, там глубина большая, 20 метров, пока крючок падает до дна, прям вот считаем, 1, 2, 3, хоп, потекли. Одна рыба на крючке. Считаем еще. 1, 2, 3. Еще раз.
и вынимаем, и там вот по 3-4 рыбы. То бишь, тут в пачке 3 рыбы, эти 3 рыбы стоят 80 рублей. А там эти 3 рыбы можно поймать за минуту. За минуту так закинешь и вытащишь. Вот и думайте. Блин, как плохо, время так быстро бежит. Я говорю, я сейчас не могу записывать длинные ролики из-за того, что проблема с ноутом. Никак меня его не починит. Ни один, ни второй. У меня, кстати, один компьютер Games Monster. Я его называю, скоро на него обзорчик сделаю. Во. Что я вам и говорил. Небольшая косточка попала в мякоть десну. У меня реально от того, что может нежные десна. Поэтому такая байда происходит, надо очень аккуратно не заработать. Пиво темное. Очень люблю Баварию. Как бы. Оно, в принципе, многое пиво нормальное. Но вот Бавария, оно такое, знаете, как немножко мягковатое. Очень вкусное. Это у нас пиво. Как бы навозно. Не знаю. Вот так сейчас. Сейчас я покажу. Не фокусируется камера ни хрена. Вот. Это Липецк пиво. Это такой бренд у нас. Это там фабрика, завод. Он производит очень много такого пива. Светлое, темное. Вот темное вообще потрясное. Блин. Только сел посидеть. Хорошо. И не вкладываюсь 8 минут. Ну как за 8 минут можно вот это все съесть. Торопить себе неохота. Охота посмаковать, потрещать. Мне очень сильно не хватает, знаете, вот вашего общения. То бишь, сейчас было бы, наверное, прикольно запустить стримчик. Вы бы там писали бы что-нибудь. Мы поднимали бы тосты общие, маленькие видосики пропалить и все прочее. Обязательно запустим с вами стрим, постримим, посидим, пообщаемся. Я вот реально, кто бы мне не писал в комментариях, хорошие, а не хорошие. Конечно, в основном пишут хорошие, вне власти. Я каждый комментарий читаю, радуюсь каждому комментарию. А подписчику, как я радуюсь, до потолка просто прыгаю. Вот реально прыгаю до потолка. Я очень откажу подписчику. Спасибо вам большое. И на этой ноте надо заканчивать. Сейчас у нас идет 7 минут 42 секунды. Ладно, я же скажу, заканчиваю, братишки. И пойду смотреть новую серию «Мандалорца», что я вам советую. Вышел второй сезон, фильм «Во». Давайте, все, увидимся очень скоро.